Друзья, всем привет! В эфире Мотолайф. Представляем вашему вниманию свободный мотоцикл Honda CB400X. Вот такой вот мотоцикл с заявкой на какую-то внедорожность. Наверное, вот так вот даже сказать можно. Аукционный лист. Смотрим, да, практически все пятерки. Состояние шикарное. Последние цифры номера рамы 1355. Вот такой вот аппаратик. Очень симпатичный, в красивом красном цвете. Заводится, работает. Поворотнички даже моргают, работают. Второй сектор, да, все вижу. Дальний, ближний. Сзади смотрим. Также один, второй. Стоп-сигнал. Все шикарно, все работает. Работает спокойно, тихенько, без всякого напряжения. Андрей сейчас немножечко нам погазует. Мы его сейчас послушаем. Вот. Ничего такого агрессивного в звуке нет. То есть работает спокойненько, аккуратненько. Вот такой вот Honda CB400X. Мотоцикл заявлен как легкий эндуро. Хотя, если честно, я бы его назвал дорожным мотоциклом. Вот, потому что мне кажется, это больше дорожный мотоцикл с какой-то небольшой возможностью куда-то заехать. Выглядит, конечно, как турэндуро, но, тем не менее, все-таки, на мой взгляд, это обычный дорожник. Но цвет у него красивый. Очень красивый такой вот перламутровый цвет. Ну что ж, друзья, давайте посмотрим, как он выглядит, что вообще и как с ним. Есть лобовое стекло, по высоте оно регулируется. Поворотнички мы уже смотрели, все работает. Лицевой пластик, все целое. Так, переднее крыло. Переднее крыло без каких-либо видимых повреждений. Амортизаторы целые. Пыльник немножко порепанный, но сальник давление держит. Вилочка сухая, без каких-либо запотеваний. Передняя резина визуально выглядит неплохо. Тормозной диск один стоит спереди, резной. Так. Колодочки. Ну, в принципе, осадок еще неплохой. Здесь смотрим, боковой пластик повреждений никаких не имеет. Состояние неплохое. Радиатор также все целое. Коллектора целые. Нижняя часть пластика целая. Двигатель, крышки, все в хорошем состоянии. Нареканий нет. Низ мотоцикл выглядит довольно-таки неплохо. Подножки водителя, пассажира. Все в порядке. Седло оригинальное, без повреждений, не перешитое, состояние хорошее. Ручки также боковые есть, также все без нареканий. Выхлоп без замятий, без царапин. Состояние очень хорошее. Маятник целый, тормозной диск выработки практически нет, колодки в большом остатке. Задняя резина, состояние визуально очень хорошее. Здесь смотрим, защита цепи, цепь звезда, состояние вытяжки на середину, подножка пассажира, водителя, все целое. Бак, здесь у нас есть небольшая потертость. Небольшая, но все-таки она есть. В остальном все по ЛКП, нареканий нет. Двигатель в отличном состоянии. Все красиво, чистенько, блестит, все аккуратненько. Бак сверху без повреждений. Все замечательно. Ручки. Такие вот наконечники симпатичные стоят. Ручка в цвет сделана, в цвет мотоцикла. Ручка сцепления рабочая, кнопки присутствуют, зеркало целое, датчик платной дороги, здесь крепежка под телефон, ручка тормоза переднего целая, наконечники все целые, кнопки присутствуют, собственно, руль сам по себе ровный, зеркало целое, ключика у нас два, все, мотоцикл инициируется. Общий пробег 19891, то есть пробег вообще минимальный, можно сказать, даже нет 20 тысяч. Вот такой вот аппаратик, друзья. Маленький, легкий, ну как маленький,
обычный по размеру мотоцикл, довольно-таки легкий. Вот. Дорожник с видом туристического эндуро. Вот. Ну, в принципе, сам на нем никуда не ездил, не залазил, но я думаю, какая-то возможность у него все-таки есть куда-то залезть, иначе бы его в таком стиле не делали бы. Ну и так, друзья, мотоцикл в наличии, мотоцикл свободный. Кому интересно, звоните, пишите. Цена есть на сайте motolife.ru. Вот такой вот красавчик у нас есть. Всем спасибо, всем хорошего дня.